я считала, что это наш дом. Наш, понимаешь, а не твой. А если ты хочешь где-то командовать, иди найди себе другой дом. Не понял. То есть ты мне предлагаешь, да? Просто, пожалуйста, уйди, Карен, и все. Не надо давать ей до того, чтобы тебя выгоняли из дома. А когда тебя выгоняют из дома, бери ее с собой. Ты знаешь, я отходчив. Я обязательно приму извинения Наташи, и все пойдет своим чередом. Я отлично знаю, что мы с Наташей очень любим друг друга. Это просто такой небольшой, она просто пожурила меня. Дом, из которого ты вчера ушел, не твой, а наш. Это не аргумент. И чтобы туда вернуться, тебе, а не мне придется извиниться. Это неправда. Ты все время мне говоришь, что ты меня любишь. Это тоже неправда. Когда тебе хотелось, чтобы я родилась без сына, ты носил меня на руках. Надо с собой носить любовь. Любовь к супруге, любовь к детям. И тогда двери перед тобой всегда откроются. Хочешь, чтобы я вернулся домой? Конечно, Наташенька. Да, я уже выезжаю. Да. Но я же тебе сказал, позвонить. Последний из «Магикян» с понедельника по четверг в 20:00.